Здравствуйте! Иногда мы считаем, что некоторые органы важнее других, потому что они имеют более значимую функцию в организме. Таким образом, мы думаем, что уход за сердцем или легкими гораздо более уместен. Однако мы должны уточнить, что каждый орган играет очень важную роль в нашем организме, поэтому каждый нуждается в особой заботе. В этом случае мы выделим важность печени и то, как вы можете принести пользу своему здоровью. Когда какой-то орган выходит из строя, все наше тело поражается, будь то печень, почки или сердце, поскольку все они способствуют общему функционированию нашего организма. Мы научим вас, как заботиться о здоровье вашей печени, чтобы она не пострадала. Эти напитки могут очищать вашу печень и улучшать ее функции. Печень отвечает за устранение токсинов из крови, поэтому, когда ее функция не выполняется должным образом, мы можем страдать от тысячи проблем, вызванных накоплением токсичных соединений и отходов. Кроме того, мы можем страдать от жировой печени, гепатита и цирроза. Печень способна самовосстанавливаться, но когда наша диета нездоровая, этот процесс осложнен, потому что есть сложные соединения, которые нельзя обрабатывать. Это алкогольные напитки, сладости и нездоровая пища. В этих случаях мы должны принимать во внимание методы лечения, которые улучшают и облегчают процесс, о котором мы расскажем ниже. Ромашковый чай. Приготовьте чай из ромашки и выпейте его перед сном. Это поможет вам лучше спать, очистить толстую кишку и улучшить функцию печени. Имбирь и лимонная вода. Разрежьте кусочек имбиря и используйте половину лимона. Закипятите воду и добавьте оба ингредиента. Варите в течение 5 минут, а затем дайте остыть. Вы должны выпить чашку этого лекарства каждый вечер в течение 2 недель. Овсянка. Замочите чашку овсянки в течение 7 часов. Затем процедите и смешайте в блендере со столовой ложкой корицы и стаканом воды. Пейте этот теплый препарат каждый вечер. Волокно овсянки улучшит все процессы вашей пищеварительной системы. Следуйте любому из этих средств, и вы сможете почувствовать разницу. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!